Для посадки свеклы в июле нужно создать благоприятные условия для получения хорошего урожая. Постоянный уход, прополка, рыхление грядок, полив и питание натуральными подкормками непременно поспособствуют цветению и плодоношению растений. Свекла нуждается в корневых и внекорневых удобрениях, содержащих калий, фосфор и азот. Именно эти микроэлементы сделают свеклу сладкой и мягкой. Без данного питания овощ станет твердым и горьким. Прежде всего сажайте растения обязательно во влажную почву в вечерние или утренние часы. Первое удобрение готовим из золы. В ведре воды размешайте 3 стакана золы и полейте растения под корень. Остатки золы на дне ведра влейте в лунки. Для защиты от вредителей и создания благоприятной атмосферы в почве используйте удобрение из куриного помета. В ведре воды размешайте 1 кг куриного помета и оставьте настояться на 10 дней. Для полива разбавляйте 1 литр готового настоя в ведре воды. А очень эффективным заменителем химических удобрений является раствор из коровяка. В 10 литрах воды размешайте коровяк и полейте растения по 1 литру на каждый куст. На этапе цветения используйте настой из сорняков. В емкость с водой поместите сорняки с крапивой и дайте настояться 14 дней. Для полива разбавляйте 1 литр готового настоя в ведре воды. Для улучшения вкуса свеклы и насыщения овоща натрием и для укрепления иммунитета свеклы используйте солевое удобрение. Для полива размешайте 20 граммов соли в ведре воды. Используйте данную подкормку 2 раза в период созревания.